ДТП на Советской улице в Ярославле. Водитель трактора с прицепом для вывоза мусора не заметил помеху справа и повредил Рено Логан. Авария произошла сегодня около 14 часов. В легковушке на кресле пассажира сидела женщина с грудным ребенком. К счастью, повреждения коснулись лишь железа. Никто не пострадал. Водитель трактора вину признает. Так и получилось. Посмотрел налево, не было. Пока направо смотрел, начал трогаться. Все, поймал. Ну, авария небольшая, что? Вот видите, что повреждения небольшие там. Просто ехал по прямой, там, километров 40-35. Ну, справа просто трактор вылетел и все. Ну, обычная ситуация. Бывает такое.